мы привыкли к тому, что Samsung отчехвостивает все новые и новые продукты. И одним из таких продуктов стал холодильник, который имеет три двери. То есть две двери открываются side-by-side, и одна дверь еще дополнительная для того, чтобы открыть за ней стекло и посмотреть, что лежит в холодильнике. Зачем это сделано, мы сейчас и попробуем разобраться. Samsung всегда был и остается передовым инноватором, но иногда эта инновационная мысль корейских инженеров заходит уж слишком глубоко для постижения умов постсоветского и российского пространства. Здесь все сделано довольно грамотно, широкие ящики, влазит очень много бутылочек, но не хранят у нас продукты в баночках, не хранят у нас грибы вот в таких вот стеклянных посудах, у нас все это навалено в пакетах. Ну, ребят, адаптируйте холодильник под нас. Зачем вы сделали двойную дверь? Ну, экономить электричество, экономить тепло, ну да, но при такой цене это просто нереально. Полки, да, все хорошо, у Samsung никогда своих проблем не было. Полки на два ряда, это тоже все классно, полки все складываются вот так вот замечательно. Технология No Frost все это делает и не смешивает запахи и так далее. Вот, но технология Metal Flex — это просто класс. Ну, не Metal Flex, прошу прощения, Metal Calling — это просто. Вот, присобачили металлическую пластину на дверь, и у нас передовая инновационная технология. Samsung, я вас просто люблю, пока вы есть, мы всегда будем с работой. Спасибо вам. Я надеюсь, вам понравился такой новостной формат. Мы постараемся периодически включать его в наш канал, рассказывать какие-то новинки и новые опции, дурацкие и не очень, но производители для этого делают все, так что мы будем следить за их поведением и будем об этом всем рассказывать. Всего доброго, лучшего, и не забудьте подписаться на канал, поставить палец и колокольчик. Пока. Samsung уже давно привык. Samsung отщепенивает. Нет, как от. Отчехвостивает. Во.